Жители Петровского района Донецка ежедневно страдают от обстрелов со стороны украинских оккупантов. Огнем ствольной артиллерии ВСУ были повреждены жилые дома, а также хозяйственные постройки в частном секторе по улицам Вешанская, Культурная и Знаменская. По счастливому стечению обстоятельств никто из мирных жителей не пострадал. Где-то, ну, может, 3:30 вечера. Сказала, что тут такое вот это самое. Нема, пол кухни. Ну, тут, вон, мопед и вторая тут все это. И стеклопакеты. Да каждый день тут стреляют. Это вообще родительский дом. Я только недавно там поумирали. Пришел сюда жить. Мопед новый. Баня была такая классная. Разлетелась.